Всем привет! Привет-привет! И вы на канале Лазаревская Forever. Food and Travel. Ребята, мы сегодня посетим центр одежды и обуви. Тут, в общем, смешные цены. Айда с нами. Айда. Посмотрим. Решили мы зайти в магазин, ну, типа смешных цен. Смотрите, купальники. Мы же уже готовимся к поездке. Надо что-то новенькое уже нам приобрести. Таких ярких расцветок. Такие вот. Даже есть от Диора. Ну, эти вот не очень. Очень много симпатичных. Вова мне там выбирает кепочки. Вот такие вот разные. Белье пошло. А Вова у меня без кепок никак не может. Есть уже и шапочки вот зимние на детишек разные. Кстати, мне надо ремешок к юбке джинсовой. Сейчас, наверное, выберем ремешок. Вот такой, кстати, красивый, шахматный. Ну, такой простенький. Кстати, цена у него, ребята, знаете, сколько, не поверите, 50 рублей. За 50 рублей обязательно надо взять зонтики. Вот, примеряет шапочки. Кепочки разные. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какие тут кепки есть. Вот такая вот. Такая же, кстати, вот есть в черном исполнении. Блестящая. Мне нравится. Здесь вот такая голубенькая. Мой любимый фиолетовый цвет. Фиолетовый. Вот такая, кстати, симпатичная. Вова, смотрю, зелененькая. Вот. Там очень много футболок. Сейчас пройдемся и по футболкам. Там дальше обувь покажу. Это, ребята, вот смотрите, я тоже себе кепочку хочу приобрести. Вот такую. Вроде как на вид ничего и блестит, на солнышке будет блестеть. Давайте покажу вам обувь. Обувь стоит, в общем, вот такие туфельки 490 рублей. Тоже разных цветов они. Черные, серые, белые, голубые. Вот такого цвета. В общем, чего здесь только нет. Всяких. Типа, как вязаные они. Дальше пошли вот такие кроссовочки. Кроссовочки стоят 960 рублей. Вот такие. Тоже всякие разные. Беленькие. Я люблю беленькие. Так, беленькие стоят 1170. Сейчас пока не будем покупать. А чуть попозже сюда обязательно зайдем и что-нибудь здесь выберем. Вот за 1050 вот такие вот легкие есть. Тоже вот симпатичные. Нам на один сезон. Мы на много сезонов не берем. За 900 рублей вот такие красные есть. Тоже симпатичные. Есть еще вот такие, смотрите. Типа, ну, это, короче, клеенка с бабочками. Уже голубенькие. Всякие разные цвета. Розовые, черные. Дальше пошли. Не знаю, как это называется. Но это типа сланцев. Вот такие теперь сланцы, видимо, в моде. Тоже разных цветов. Так, стоят 590 рублей. Тоже вот такие есть бежевые. Такие смешные вроде на вид. Не знаю, как в них плавать. Вот такие. Тоже так смешно смотрится. Так вот. С бантиками. Черные с красным бантиком есть. Есть вот такие черные, типа модельные туфельки. Цена одна, 590 рублей у них. Есть белые с голубым бантиком. В общем, смотрите, какой ассортимент. Вот такие черные. Такие черные, кстати, пристегиваются. Давайте глянем их цену. А тоже 590. Кстати, вот они будут пяточкой еще пристегиваться у вас. Вот такие бежевые. Оранжевые. Вот мой любимый цвет. Только размер не мой. 570 рублей вот такие. Есть вот на мальчиков голубенькие.
сердечками розовые, с арбузиками. Ну, тоже оранжевая. Вот такой отдел обуви. Есть вот такие садовые. Они по 240. А нет, подождите, 410 наврала. По 150 вот детские. Сейчас глянем еще футболочки с вами. О, там у меня все у кепок стоит. Вот целый ряд футболок. Цену, ребята, только не поняла. Вот это мужские футболочки. Всякие разные цвета. Зеленые, голубые, бежевые. С разными надписями. Вот это тоже симпатичная. Черная есть. Тоже таких только нету. Почему-то здесь ценники не указаны. Беленькие. У меня Боба любит беленькие футболочки. Такая. Такая тоже с надписью. Быстренько пройдемся с вами. Посмотрим, что здесь есть. Просто полосатые. С такими рисунками. Красная, симпатичная. Сейчас посмотрим, здесь есть даже оранжевый цвет. Во! Горы нарисованы, наша тема. Так. Бирочку покажу. Вот 3XL вижу, а вот цены я не вижу. В общем, как-то не бесценные у них. Может, на кассе скажут, конечно, цену. Просто без рисунков. Вот такая симпатичная. Давайте желтые посмотрим, яркие. Вот тоже очень даже симпатичный рисунок. Желтая, яркая. Для юга самое то. Вот такие вот тоже симпатичные. В общем, зайдем еще в этот магазин, потом как-нибудь, и посмотрим, что здесь еще есть. Сейчас попробую найти еще женский отдел. Вот эти кепочки мы с вами уже смотрели, и вот Вова сейчас покажет, что же он нашел себе. Нашел себе идеальную кепку на летнюю жару. Белая кепочка с маркировкой New Balance. О, она, вот такие же кроссовки. Она подходит к моим кроссовкам. Ну да. Надо, значит, брать. Надо брать. 300 рублей, кстати, стоит. Угу. Так что я себе кепочку возьму, и Вова себе кепочку возьмет. Вот такой вот магазин. Ну, а я себе вот, видите, вот такую возьму. Она немножко с блестками. Главное, чтобы лицо закрывало от солнца. Угу. Такая симпатичная. Вот Вова себе, в общем, эту фирму выбрал. А смотрите, какой здесь ассортимент вообще есть. Есть Gucci. И Шанель. Томми. Хилфигер. И снова Шанель. Так что, видите. И он даже есть Off-White. Вот так вот, ребята. Ну-ка, здесь что-то еще есть. А, ну вот, голубенькая еще вот такая. Так что, классный ассортимент. Ну, мне вот это понравилось. Она, кстати, вот единственная. Это да. А еще, смотрите, вот с такими пальмами есть. У меня, кстати, топики есть тоже с такими пальмами. Здесь также огромный ассортимент шорт. Да я так сдвинула, извиняюсь. Смотрите, каких расцветок только нет. Вова, смотри. На юг ехать. Вообще, знаете, шелковые эти не очень будут. А тут, кстати, в них, наверное, плавать можно, оранжевый цвет. А, нет, да, для плавания. Это все для плавания, да. Даже модно таких всяких. В общем, быстренько вам, ребят, так вот показываю. Смотрите, выбирайте себе. Вот эти вот приятные очень даже на ощупь. С всякими надписями. Угу, со всякими надписями. Там дальше клетчатые идут. В общем, ассортимент и вот это вот все. Шорты, бриджи. Вот такие длинные есть, красные. Оранжевые. В общем, спорт
Вашон. Вот такие очень приятные, кстати, вот эти вот прямо такие тоненькие. О, глянь, вот эти хорошие. Ага, с боковыми карманами, смотрите, с какой эмблемой красивой. Морские, сразу видно, что да, морские. Красное море, Red Marine. Угу. Вот эти вот очень приятные на ощупь, такие как будто, знаете, штапель типа. Такие тоненькие, и тоже, кстати, с кармашками. С кармашками, мультипликации плавать тоже можно. Угу. Быстро высохнут. О, это чисто купание. И, ребята, смотрите, нашли даже поддельный Adidas. Угу. Ну, не написано. Сколько? 270, да? 240. 240 рублей всего стоит. Угу. Здорово. Дальше пошел женский отдел. Здесь вот джинсики разные. Здесь разные брючки. Тоже такие летние. ХБшные вот такие есть. Всяких-всяких тоже. Цветки разные, надписи разные. Вот, посмотрим сейчас джинсиков. Джинсики, кстати, очень даже хорошие. Есть стрейчи, такие вот, подваренки, черного цвета есть, есть на резинках. В общем, чего здесь только нет. И размеры абсолютно разные. Посмотрела цены, в общем, цены примерно вот такие. Где-то 1150, 1050, ровно 1000. Здесь вот такие тоже симпатичные, уже подогнутые. Так что цены невысокие. За 1000 с небольшим можно приобрести себе джинсики. А еще даже за 950 вот есть, вот вижу цену. Очень меньше 2000 джинсы стоят. Вполне себе даже симпатичные. Белые такие разные. Есть также женские шортики. Тоже вот разные. Белые, зеленые, с кармашками, без. Вот такие спортивные типа. Здесь тоже, наверное, даже плавать можно. Вот такие, кстати, стоят 310 рублей. Недорого. Симпатичный цвет. Такие симпатичные. С акулами. Кстати, ХБшка. Чистая ХБшка. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Стоят они 340 рублей. Здесь вот розовенькие. С ягодками. Цена, видимо, одинаковая. Где-то 300. С зайчиками симпатичные. И такие со смайликами. С клубничкой. С ромашками. А вот мы с вами дошли, ребята, и до платьишков. Вернее, не ребята, а девчата, наверное. Ребята, наверное, не интересно. Наши женские такие. В общем, сарафанчики различные. Сарафанчик стоит 820 рублей. Очень даже симпатичные есть. То есть вот такой 820 рублей. Смотрится очень даже симпатично. Мне себе ничего. Угу. Очень много расцветок разных. Вот такая симпатичная расцветка. Сейчас модно такие вот платьишки расклешенные. Есть прямые. В общем, тоже недорогие. На лето, думаю, самое то. А сейчас от платьишков мы перейдем с вами к футболкам. Тут Вова уже приглядел кое-какие. Ой, смотрите, есть вот такая симпатичная. Очечки такие, подмигивающие. Так, вот с надписями есть. Где-то 500, 600, 700 рублей футболочка стоит. Здесь у меня улетела футболка, но я ее подобрала, ребята. Повесила все как надо. Вот, смотрите, какой рисунок симпатичный. Париж. В общем, показываю вам ассортиментик. Вот морская наша тема, тоже нормальная. Вот это тоже классная. Смотри. Прикольненько смотрится. Ну, это так себе. Вот с бабочками. Дальше. Вот с кошечкой. Ой, смотрите, какая симпатичная кошечка. Блестючая.
Угу. Дальше пошли. Дальше мишка блестящий. Он тоже здорово. Дальше. В общем, ни одна футболка, ребята, не повторяется. Очечки такие прямо тоже классно смотрятся. Угу. Вот такой тоже на темном фоне мишка тоже здорово смотрится. Блестящий. Вот такая модная тема. Модная тема, да. Да, тренд этого года. Опять кошечка розовая. О, ой, какой мишка. Конкурент. Смотрите. С цепочкой. С цепочкой. Папарацци написано. Классно. Вот это классно. Сейчас вот так вот сфотографирую его еще. Прикольненько. Так, разглядели. Дальше. О, дальше зайка пошел. Тоже, смотрите, с цепочкой. Все так здорово смотрится. О, мишка. Мишка отвернулся от нас. Шапочки. Такой же мишка дальше с надписями. Дальше тоже такой белый, тоже с надписями, тоже блестящие. Смотрится здорово. С сердечком. Супервумен. Угу, тоже здорово смотрится. Так, пролистываем. Что тут? Ну, это вот они повторяются, кстати, вот эти. О, с балериной есть, смотрите. Балерина. Это для тебя. Амур. 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 Серого цвета. Вот такого цвета. Еще такие кошки. Кошки. С буквы. Кто любит кошек, ставьте лайкосики. О-о-о. И вот оно, куда мы шли. Смотрите, ребята. А-а-а. Вот это классная самая футболка. Кошки везде клевые. Вот такие симпатяги. Я по себе даже такую взяла, кстати, мой размер. Смотрите, она просто беленькая, 640 рублей стоит. Надо подумать. Короче, футболок немерено вот так вот. Вот такой ряд, ребята. Давайте посмотрим, что тут блестит. Вот, тоже здорово. Смотрится шикарненько. Все не скупишь, я все прям хочу. Сразу такое, знаете, настроение тоже, так сказать, летнее, да? К летнему сезону. Но мы же готовимся с вами. Смотри, к сезону. Типа лен есть? Аж капюшон у меня такой. Да, вот. Пока нету. Ищем. Ищем. В общем, здорово. Шелковые вот такие тоже блузочки. Огромный ряд. Здесь вот платьишки. Мы тоже с вами уже смотрели. Смотрите, какие платьишки есть домашние. Тоже симпатичные. Красного цвета. Тоже вот там кошечка. Ой, сейчас подберу. Вот разглядываю платье. В общем, платье, ребята, стоит в районе 900 рублей. Вот это тоже симпатичное, приятное, очень трикотажное. Я вот даже призадумалась, наверное, мне вот такое платьишко можно купить. Вова, как ты думаешь? И расцветка вроде хорошая. Так. Главное такое, широкенькое, какое я хочу. Какие, ну, сейчас модно такие платьишки. Тоже вот. Ну, это сарафан, то, что совсем какой-то большой. Непонятный. Вот такие платья. Мне вот это понравилось, кстати. Очень даже такое симпатичное, нормальное. Длинненькое. В общем, выбор огромный. Просто огромный. Ладно, мы сюда еще зайдем с вами, что-нибудь повыбираем. Сегодня выбрали кепки и ремешки мы взяли. Покажу, ребята, вот такие кепочки есть. Всякие разные. Вообще выбор огромный, ассортимент огромный. В общем, надо сюда еще заходить, заходить и заходить. Итак, барабанная дробь. Ты потихоньку выходи, не вся сразу. Вот. Такое платьишко. Оно, кстати, с карманами. Оно трикотажное. Вообще такое легенькое, такое классное. Мне нравится. Очень даже симпатично, если я еще одену такую кепочку. Мне кажется, очень даже симпатично. Оно свободное. На вырост. Ладно, посмотрим. Дальше.
Ну что, ребята, на этом, наверное, сегодняшний ролик мы закончим. Беру, в общем, это платьишко, беру кепочку, пару ремешков. В общем, закупочка наша сегодня вот такая. Готовимся, готовимся, готовимся. Я вон там в зеркале. Его вот там в зеркале. Давайте попрощаемся, а то мы уже наснимали много, уже, наверное, надоели вам со своим магазином. Ладно, давайте всем здоровья, всем удачи. Всем пока-пока-пока-пока-пока.